Меня зовут Михаил. Я Евгения, Жасмин. Я Джин, мы из Бабушкинского района. Мы пришли сюда, чтобы... Угорать выходные, да. Чтобы зарядиться положительными эмоциями, чтобы увидеть улыбки других. Ну, подурить, в общем. 1200 метров. Думал, надо сворачивать. Колено еще болело. Ударил вот. Постоял, отдышался и понял, что до финиша добегу. А так бежать неудобно. Меня зовут Евгений. Я пришел на этот забег второй раз. Я бегал в том году. Почему пришел еще раз? Потому что здесь крутая атмосфера, здесь много интересных людей, интересных костюмов, интересных личностей. Вот, поэтому здесь особая атмосфера, и ради этого стоит прийти раз в год на этот крутой забег. Let's go, champ! Меня зовут Сергей Непша, я за ним уже 21 год как бегаю регулярно, принимаю участие в различных соревнованиях. Вот. Но, как говорится, такие забеги я посещаю, чтобы получать новые эмоции, чтобы получить впечатление, это живое общение с единомышленниками, это взрыв эмоций, так сказать. Сергей бежал забег, потому что хотел пробежать со всей своей семьей. Мне очень понравилось. Девчонки уже встретили во второй раз. Я третий. Вот, и затащили меня. У меня дебют. Вот, я Коржик, правильно? Да. Персонаж, который очень любит есть. В общем, это про меня. Девчонки. А я зебра на зебре. Надо меня там только снимать. Да, она спасает пешеходов. Я не птица, не самолет, я супергерл. Я Дайнерис, бурерожденная Таргариен. Мы сегодня бежали в супергеройский забег. Я думал, что даже не пробегу, но все было удачно, все классно, все круто, всем нравится, классная атмосфера. Просто зашибись. Меня зовут Аня, я пришла на супергеройский забег, потому что мне очень нравится эта тема, то, что люди могут не просто бегать, но еще творчески к этому подходить. Мне очень хотелось бежать в свадебном платье, я недавно вышла замуж.